И на том спасибо. Опять она. Вот она. Тихо. О, черт. О, жесть. Это Томми сделал? Давай, заходим. Это точно не Томми. Кто это сделал? Не знаю. Но это послание. Это случилось только что. Думаешь, они еще здесь? Надеюсь, нет. Но будь осторожна. Слышишь? Что это? Это она. Лия. Точно? Да. Похоже, Вселенная очень хотела ее смерти. У нее ничего нет. Шестой, это второй. Как слышно? Шестой, ответьте. Прием. Дина. Вот они. Нет, погоди. Это рядом с Джексоном. Посмотри на их улыбки. Это она. Именно она убила его. Трое готовы, так? Трое готовы. Шестой, это второй. Прием. Отряд поддержки Индии в пути. Повторяю, отряд поддержки Индии в пути. Ага, пора валить. Она мертва. Ты расстроилась? Мы не смогли ее допросить. Да. Но она не трогала Джоэла. Допрос с пристрастием она не заслужила. Вот срань! Дина, бежим! Нарушители! Вон там! Они заодно со шрамами! Да откуда я знаю? Стреляйте! Не стой! Надо оторваться! Прямо перед нами! Вот черт! Ладно. Выиграли время. Бежим. Нужно найти вход. Надевай маску. Там споры. Хорошо. Дина. Быстрей! Чёрт! Давай. Пошли. Ага. Ты цела? Ага. Спасибо. Слушай,
Я очень устала. Пойдем отсюда. Ты слышала, как они нас называли? Шрамы? И выпотрошил тех псов. Какой-то город маньяков, честное слово. Не говори. Боже! Ты когда-нибудь такое видела? У топляков кислотные споры. Но по звуку не похоже на топляка. Я не знаю, с кем они дерутся, но пусть поубивают друг друга. Согласна. Дина, иди сюда. Еще один карпур! Валим отсюда! Сэл, берегись! Блин! Я с тобой, с тобой! Уходим, уходим! Тебя не ранили? Нет, я цела. Вот они их называли. Да. Откуда берутся эти шаркуны? Без понятия. Но твари гадкие. Не торопись! Сейчас. Почти. Все. Вроде никого, насколько я вижу. Хорошо. Шаркуны? Как будто тех нам было мало. Каковы законы природы? Да, природа та еще мразь. Нам пора. Я прикрою. Подожди! Все! Эй! Давай я тебе помогу. Ага. Что там? Давай. Ну ладно. Пошли. Мы почти выбрались. Веди. Или твоя маска?
Держи. Будем дышать по очереди. Нет, нет, нет. Стой, не стой. Снимай ее. Дина, Элли, не надо. Элли, не надо. Стой. Нет. Элли, нет. Стой. Я не заражусь. Я иммунна. Я не кашляю, видишь? Черт. Дина. Проклятие. Бежать можешь? Да. Да. Тогда побежали. Вперед. Дина. Элли. Я рядом. Сюда! Быстрей! Черт! Направо! Давай! Передохнем в этом театре. А, как я была бы рада. Еще чуть-чуть. Я помогу. Стой. Сможешь? Никого. Пойдем. Может, скажешь мне, в чем дело? А может, лучше ты? Элли, ты же вдохнула споры. Не бойся. Я иммунна. Ага, ты иммунна. Хватит. Очень давно меня укусили. Да что ты такое несешь? И со мной ничего не случилось. А, так этот ожог. Мария, Томми. Только они знают, и Джоэл. Знал. А теперь ты. Я не заражу тебя, так что не бойся. Но и иммунной не сделаю. Скажи что-нибудь. Элли. Я беременна. Что? Не бойся, не от тебя. И что же? И что же нам теперь делать? Ничего. Я просто отдохну чуть-чуть. Ты издеваешься, что ли? Когда ты узнала? Ну,
Несколько недель назад. Что? Недель? Мы же могли еще вернуться. И я не знала. Не знала точно, ясно? Я боялась стать обузой. Зато теперь ты точно обуза. Я пойду. Осмотрю здесь и вернусь. Отдыхай. Беременная. Ну, охренеть. И никому не сказала. Серьезно? Что за звук? Надеюсь, солдат из тебя был лучше, чем электрик. Это что? Отлично. Где надо кино крутить? Мрачненько. Да ладно. Стой. Не, просто надо, чтобы мозоли наросли. Угу. Ну все, пошли. Уже? Да. Угу. Я попробую угадать. Ты хочешь испортить себе сюрприз? Не знаю. Это динозавр?
Хватит гадать, все равно не скажу. Ладно, это... слон? Это... кабриолет? Ты не угадаешь. Это щенок? Это семья котят? В смысле, помет? Чей помет? Котят от одной кошки. Тогда... Не крепись, шевелись. Аккуратней. Я вижу. Ой. Что с тобой не так? Ты бы видела сейчас свое лицо. А если бы я утонула? Так ты не утонешь. Так ты только наберешься уверенности. Ага, старик, смейся надо мной. Ты еще поплачешь. Давай туда. Ты гадкий. Плаваешь ты уже увереннее. Только помни, нужно не болтыхаться, а... толкать воду всей рукой. Бла-бла-бла. Ну, хоть что-то ты усвоила. Али, пойди сюда, посмотри. Видишь? Где? Вон там, смотри. Ага. Вижу. Ага. Похоже на... Как ощущения? Бодренько. Что, не нравится, когда сталкивают в воду? Ну, на самом деле нам все равно придется здесь плыть. Я вернула должок, ты зол и огорчен. Я очень зол и огорчен. Поплыли. Надо поднырнуть. Вдохни поглубже. Ага, поняла. Это мой учитель истории, который извинится за то, что был таким козлом. Прости, что? Он называл цикад террористами. Мы с подругой всегда поднимали шум. Он нас часто наказывал. Попробуй не беситься из-за того, что люди... С козлами тяжело. И тем не менее. Здесь тоже надо нырнуть. Ну и куда это мы... Это что? Новые кеды? Сколько их уже у тебя? Малова. Давай. Ладно. Нахрен. Хватит угадывать. Отлично. Ну, ты скажи, это большая коллекция комиксов? Нет, стой. Коллекция DVD. Да. Что именно? Просто да. Оптические диски? Хорошая штука. Джоэл, офигеть! Мы пришли. О боже, это все же динозавр! Точно. Джоэл! Сюрприз. Охренеть! Охренеть, это же динозавр! Королевский ящер-тиран. Здоровенный. Вайомингский научно-исторический музей. Как ты его нашел?
Мария. Она мне рассказала. Я решил, что тебе понравится. Ты был прав. Это что? Это книга. Книга про динозавров. Ну да. Ладно. Ух ты! Хочешь примерить? Не хочу. А зря. О, какие когти! Это велоцираптор. Вообще-то это дейноних. По-моему, это велоцирапторы. Ага. Ну, или так их назвали в том фильме, который я видел. Трицератопс, значит, три рога на морде. Да, и от этих рогов лучше было держаться подальше. Ого, а у этого мозг был размером с орех. Ну надо же, похоже, у вас немного общего. Как смешно. Брахиозавр ежедневно съедал 300 кило зелени. Представляешь их какашки? В фильме была сцена, где там один из героев говорит: «Какая куча дерьма». Что за фильм и когда мы его посмотрим? Вот что. Как вернемся в Джексон, посмотрим. Диметродон был суперхищником. Что значит суперхищник? Самый крутой хищник. А по-русски не скажешь. Стой, ты что, про меня? Галимим значит имитатор курицы. Кто это придумал? Ученые. Ну, и тупицы. Джоэл, смотри! Это шляпный динозавр. Это шляпозавр. Ты часто бывал в музеях? Да, да, Сара их любила. Она протащила меня по всем музеям в Техасе. Ты знал, что это тут есть? Тебе не нравится. Понял, пошли. Ну тебя. Джоэл, ты все планеты можешь назвать?
Мама всегда запрещала мне, юному следопыту, узнавать название планеты. Ты что, перегрелся? Мама, Меркурий, всегда Венера, мне Марс. А, ясно. Поняла. Да, прикольно.